Председатель правительства Приморья Вера Щербина наградила 6 муниципалитетов, победителей и призеров по итогам оценки качества управления образованием. Вручается сертификат номиналом 123 миллиона 50 тысяч 305 рублей. Первое место среди городов завоевал Арсеньев, а лидером среди районов стал Надеждинский. Также денежными сертификатами были отмечены Уссурийский городской округ, Спасск-Дальний, Михайловский муниципальный район и Пограничный муниципальный округ. Мы действительно за прошлый год очень серьезно продвинулись. Оценку нам дает Федеральное министерство просвещения. И мы очень серьезно по качеству образования продвинулись. Но нас, как правительство Приморского края, не все еще устраивает. Нам нужно, чтобы наши ребята были лучшие, чтобы они показывали лучшие знания везде, и в столице нашей Родины, и в других субъектах, где бы они учились, чтобы они показывали лучшее качество образования. Вот мы стремимся к этому, поэтому мы внедряем новые механизмы. После торжественной части первый вице-губернатор вместе с министром образования Приморья Эльвирой Шамоновой осмотрела здание уникальной школы города номер один «Флагман». Школа была построена в рамках комплексного плана социального развития центров экономического роста, утвержденного Владимиром Путиным на средства единой президентской дальневосточной субсидии. Это действительно флагман, это действительно школа, выстроена вот абсолютно современные взгляды. И вы видели, как она оформлена, тут все есть тематики, тут и литература, и математика, и химия, и физика. Она присутствует на каждой ступеньке этого здания школы. Я думаю, что у нас должны быть все такие школы в Приморском крае. И мы будем стремиться к тому, чтобы мотивировать директоров школ лучше перенимать, внедрять у себя. Также Вера Щербина отметила, что с 1 октября предусмотрено увеличение фонда оплаты труда на 10,9%, а с 1 января следующего года он вырастет еще на 18,4%. Анна Дьякова, новости на Восьмом.